прошлой серии. Бэкста все-таки вытаскивают из тюрьмы, но при одном условии, что он поможет ограбить банк на 2 миллиона долларов. А тем временем желтый пикап со взрывчаткой направляется к полицейскому участку, совершая отвлекающий маневр, чтобы Джек и Бэкст беспрепятственно проникли в банк. Как оказалось, наших героев кто-то опередил, и они грабили уже пустой банк. Отстреливаясь от разъяренной полиции, им все-таки удается сбежать из банка. Но сват преследует их. Бэкст! Он там! Быстрее туда! Кладовая Бэкста при поддержке подписчиков представляет... У них тачка мини-маневренная, давай пристанем вокруг столба! Как только я остановлюсь, сразу же выпрыгивай и доставай ствол! Ты чё задумал? Бежим! Сюда копы не сунутся. И чё их остановит-то? Не знаю, Белый сказал, что они сюда не лезут. Хемос! Эй! Да? Где Белый? Не видел. Странно это. И Шурика тоже нету на базе. А Шурик это кто? Ну, авторитет. Криминальной базы номер один. Да, он там всем заправляет. Первый раз слышу. Ты серьезно? Полностью. Эй, чуваки, там, кажись, полная жопа. Там копы, походу, к нам лезть собираются. Да не гони, они сюда не залезут. 5 лет, как эта пещера копов не видела. Диспетчер, это Терехин. Запрашиваю разрешение на проникновение в криминальную базу номер 2. Запрос отклонен. Терехин, ты в туалет хочешь? Нет, Кэп, не хочу. Я тоже не хочу, а надо бы. Если что, я в рапорте укажу, что нам приспичило в туалет. За десант! Стоять на месте, или Терехин прострелит тебе зад. Что? Какого фига? Вы не можете здесь находиться? Мы пописать зашли. Нет, бегите, бегите! Кажись, мы влипли, они реально сюда зашли. Быстро в рассыпную. Бэкс, иди за мной. Кэп, кажется, кроме воробьев здесь больше никого и нету. Терехин, ты ищи глазами, а не ушами. Неплохая такая пещерка, да, Кэп? Да, жиру бесятся эти криминалы. Ну да. Тихо-тихо, ты слышал, кажется, кто-то опустил шептуна. Ууу, Кэп, кажется, это вантежерные воробьи. Чирик-чирик, блин. Терехин, фавермакер, ну хоть воробьев умеешь ловить. Спасибо, Кэп. Чирик-чирик, блин. Ха, ну парни ждут. Просто не фартануло им, хотя по полной лажанулись. Ладно, пора уже что-нибудь зарвать. Терехин, открывай ворота, там в КПП ни КП нет. Есть, Кэп. Эй, Кэп, подожди. Ай, ладно, пешком дойду. Слышь, Джек, у меня ж ведь старый план побега сохранился. Ну, пойдем, по дороге расскажешь. В общем, здесь у нас новенький смотрящий есть. У него вытащить карточку из кармана как делать нефиг. Как только ты вытащишь карточку, я сразу же привлекаю внимание копов, чтобы они выползли из своего тепленького участка. Пока в участке никого нету, ты туда пробираешься и крадешь вертолет. Ах да, и оружие не забудь взять. А я же после бунта спрячусь на спортивной площадке. Ай-яй-яй, током бьется. Ну я тебя взломаю. Оу, oh, е! Yeah. Да, у него получилось. Так, теперь бы мне не спалиться.
Терехин, какого черта? До меня только сейчас дошло, что мы завтракаем с травой заключенных. Не знаю, Кэп. Вы же, Кэп, куда? Вы туда и я. Терехин, у тебя зачем свой котелок на голове? Вообще-то у меня на голове фуражка. Ты что-то сказал? Нет, Кэп, виноват, Кэп. А если я за собой не смою, ты тоже не смоешь? Ну, Кэп, мы только что поели. И при чем здесь туалет вообще? А при том, Терехин, это... Какого? Терехин, что происходит? Похоже, что два заключенных угнали вертолет. Нас обстреливают! Да вижу я, сейчас разберусь. Ты посмотри на него, как муравей носится по полю. Внимание, внимание, всему участку. Спешила по заключенных угнали вертолет. Тревога! Тревога, быстрее к оружию, быстрее! Терехин, это те заключенные, которых мы поймали? Да, капитан, они самые. И как им вообще это удалось? Нам подбили двигатель. Валим, пока не рухнули прямо здесь. Терехин, а ты знал, что с сегодняшнего дня у нас отпуск? Нет, Кэп, вы не говорили. Пора отдохнуть от этого дурдома. Let's go. Oh, yeah. Отдых, отдых. Отдых, отдых. Будем жарить. Кого жарить? Шашлыки. Шастерни одежду. И одень гражданку. Ну-ка дай бять. Красавчик. Гоу к тачке. Посмотри на эту красотку. Думаешь, купил? Нет, выиграл. Думаешь, где? Покер. Черехи, всю песню застрял. Это же азартные игры. Ладно, садись. Ой, 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 как быстро меня вдавило. Не надо, не надо, но только не дрифтить. Не надо, нет, нет, только не дрифт. Кэп, 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 пожалуйста, только не дрифт. У меня клапан придавило. Терпи, Терехин, терпи. Кэп, так откуда у вас машина-то? А тачку, Терехин, я выиграл на всемирном чемпионате по CS GO. Мы тогда первое место заняли. Все, вертолету хана, прыгаем. Да нам фартит, ты посмотри, там возле реки машина. Летим к ней. Чё за? Ты видел это? Да, похоже на портал. Дорогой, что это такое было? Ты посмотри, какое там сильное сияние. Не знаю, похоже на какую-то черную дыру. Может быть, это НЛО прилетели к нам? Да чё им тут... Нет, моя машина! Стойте, негодяи, помогите. Стойте! Подождите! Моя роза! Роза красная, моя роза! Дональд, ну как же я? Алло, это полиция! Угнали мою розу, красный Chevrolet Camaro! Эй, ты что творишь? Ой, моя кажется, машина. Передачу стойте, перепутал. Негодяи, бедный старик. Утопил его девчонку, еще и машину угнали. Зато сейчас ветерком доедем до портала. А представь, если бы мы сегодня не сбежали, мы бы здесь надолго застряли. Сейчас, сейчас, моя красотка, я тебя отполирую, будешь у меня блестеть на солнышке. Стройся замок из песка, буду в старости жить в нем я. Эй, Кэп, глянь, какую красоту я слепил. Ну-ка, что там у тебя? О, Терехин, да у тебя талант. Да, Кэп, спасибо, я, между прочим, в садике всегда первые места занимал, по лепке черепашек из песка. Воу-воу-воу, что это такое? Кажется, это в районе телевышки. Ты это видишь? Вау! Вот это отпуск, вот это да! Какая красота! Надеюсь, это нас не убьет, Кэп. Мы должны туда поехать, я хочу посмотреть на это поближе. Как же у меня только гораздо в прошлый раз бомбу-то просрать, а? Ну ладно, зато сейчас я точно что-нибудь подорву. Так, это сюда, это вот сюда, ага, о. Ай, блин! О-о-о, полегче! Фух! Это что, я что сделал? Что за? Вот это котята с пирожками! Хо-хо! Как бомбануло-то знатно, а! Я хочу туда съездить! Да брось ты ее парковать! Побежали быстрее на вышку, а то вдруг портал исчезнет! Мне уже не терпится вернуться домой! О, в этот раз он какой-то другой. Да, он совсем какой-то темный и стрёмный. Мне даже не хочется в него прыгать. Мне кажется, выбора у нас нету. Либо нас повяжут, и мы здесь проведем еще несколько лет, либо мы сейчас прыгнем и узнаем, что там. Эй, Джек, ты никого не забыл? А? Не понял. А ты еще кто? В рот мне ноги, тебя два! Ты там и тут!
Стоп, мой череп лопнул! Как такое возможно? Этот Бэкс фальшивка! Ай-яй-яй, это кто еще фальшивка? Джек, с тобой стою не я, это здешний Бэкс, и он хочет отсюда удрать. Это кто еще здешний из нас, а? Джеку виднее, кто пришел в этот мир с ним. Ну не совсем, я что-то сомневаюсь, ребята уже. Бэкс, иди к нему. Какой из нас? Да что в вас, ты, который со мной стоит, иди встань к нему, быстро. Да, так еще хуже. Капец, вы одинаковые. Может быть, к зрителям обратиться? Зрители, а как вы думаете, где настоящий Бэкст? Ты там с кем общаешься? Замолкни! Послушай, Джек, это я. Я пришел вместе с тобой в этот мир. Ты тоже помолчи. Сам как-нибудь разберусь. Ты! Вот ты! Ты пришел не со мной. Я знаю. Так что проваливай, или я тебя пристрелю. Ох, Джек, ты делаешь страшную ошибку. Нет! Я все равно хотел тебя убить, а ты попробуй! Что там происходит, Черёхи? Кажется, кто-то падает, Кэп! О май гад, это же тот заключенный! Кэп! Может 911, а? No, ему уже ничего не поможет. А вот нам нужно подняться наверх. Хоп, Терехин, догоняй! О, вот это дела! Да, высоко. Падать быстро. Чувак, где ж я тебя видел, а? А, ладно. Ладно, потом с тобой разберемся. Ну что, Терехин, сегодня твой звездный час. Прыгнешь туда, а? Капитан. О, да, как-то стремновато, я понимаю. Но я твой Кэп, поэтому прыгай, а я за тобой. Кэп, вы уверены? Готов? Нет. Терехин, хорош суп ли жевать, прыгай! Оп! Терехин, я иду! Кузькину мать, какой же ты вблизи-то стрёмный, а? Не с места, это полиция города. Стойте на месте для вашей же безопасности. Чёрту безопасной! Во, больной, а? Чё-то я кушать захотел, полетели-ка на базу. Магазин мебели в Lumber Tycoon 2. Подписываюсь. И я подписываюсь. Подписочка.